Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и вы наверняка были уже на моем канале. Если были, то не подписывайтесь или подпишитесь, если еще не подписаны. Также подпишитесь в телегу, проходите по ссылочкам в описании. Знаете почему? Потому что там есть вот такая вот штука. Вот такая. Ее можно заказать в любую точку мира. Вообще в любую. Вот даже вот так вот она матово бликается. И это книжечка, которую я написал за 7 лет. Все, что необходимо знать гитаристу в тексте, в музыкальной теории, в упражнениях, в формате также видео, таблатур, нот, со штрихами, со всеми делами. Ну и, в общем, на сайте можете посмотреть все. Долго грузить вас этой темой не буду, потому что тема у нас сегодня интересная. Ну, вы, наверное, такое обычно любите. Я полагаю, что это будет интересно, потому что хейт — это всегда прекрасно. Хейт мой канал сопровождает уже больше 10 лет. Кстати, 10 лет каналу, и я почти его не развивал, и только сейчас он начал взлетать, и это очень круто. И также есть второй канал, тоже по ссылочке внизу можете подписаться. Нас сегодня сопровождает такая вот гитарочка Тейлор, довольно деревенская. Это довольно интересный, классный Тейлор. Одна из немногих гитар, которая у меня осталась и теперь как святой Грааль. Короче, она у меня очень круто сопровождает все музыкальные эксперименты. И занимаюсь я на ней. Она маленькая, классно звучит. И, в общем-то, довольно потертая. И 20 лет. Блин, почти столько же, сколько я на гитаре играю. Короче, канал второй есть с упражнениями, со всякими движухами. В общем, наверное, вы уже видели видео с него. Они периодически выкладываются у меня тоже в Телеграме, который вам также надо подписаться. И сегодня мы с вами займемся тем, что почитаем комментарии. Комментарии почитаем к видосику, который набрал 300 плюс тысяч просмотров уже практически на данный момент. Может, уже и больше, когда вы смотрите это видео. Называется он «Простейшее упражнение, которое ломает мозг гитаристам». Это производный шортс из видосика про септаккорды, «Мой путь к септаккордам», где я рассказываю, как я пришел к тому, чтобы осваивать все септаккорды, почему это необходимо и как делать это эффективно. Ну и, в общем, попытался сократить путь тем гитаристам, которые все еще сомневаются, что нужно это делать. И я вырезал оттуда момент, в котором я рассказываю, как пришел на урок к моему преподавателю Владимиру Константиновичу Бранду, и он мне взорвал мозг просто одним упражнением. Ох, что тут понаписали интересного всякого. Много комментариев, я почитаю разные, все не буду. Но интересно, что отображается в этих комментариях нежелание людей понимать, что происходит вообще. То есть знать, как работает устроена музыка. И я их абсолютно понимаю, сам, собственно, про это же видео и сделал, про то, что, ну, вот так вот наш мозг устроен, сначала он такие штуки отторгает, отвергает, не понимает, зачем это нужно. Комментарии очень интенсивно продолжают добавляться, но я расскажу про те тенденции, которые прослеживаются среди вообще всех комментариев, которые уже на данный момент съемки оставлены. Итак, одни из самых распространенных комментариев, типа «ядрить, колотить», «первый класс музыкалка», «обращение аккордов». Ну, нет, в этом-то и прикол, что обычно такое не дают играть. И, в общем-то, я там рассказываю про упражнение, которое... Нет, обращение, кстати, на гитаре. На гитаре перемещение аккордов, если уж на то пошло. Ошибочно считать их обращениями, потому что нотки совершенно не так обращаются, как это происходит на клавиатуре. Они совершенно не в таком терцовом расположении, обычно. Хотя бывают и в таком, но не всегда. Короче, суть упражнения заключается в том, чтобы перемещать аккорды вот таким образом. Гитарку надо отнести к мастеру. Что-то стали струнки прилипать к ладам или подкрутить ее. Короче, это сложно делается, как ни странно. И вот ребята, которые пишут, да я сам этому учу. Я, типа, в первом классе музыкальной школы это проходил. Почему я в этом сомневаюсь? Почему так мало гитаристов, которых я встречал, которые это понимают? Почему ребята, которые супер для меня являются профессионалами, авторитетами, например, там, Макс Ротшильд, там, Серега Головин, почему они говорят, что эти штуки, они не сразу прошли, или там, Женя Побожий, что они пришли к этому со временем, что в музыкальной школе не учат таким штукам. Но не учат так. Учат каким-то, типа, давайте сыграем, знаете, там, гамму, короче, в каких-то определенных аппликатурах. Я всегда такой думал, блин, почему именно в таких?
типа, почему именно так надо играть? Ну, то есть, типа, а я хочу по-другому. Я хочу там, типа, играть не вот так вот там. А я хочу играть, ну, например, вот так, как, ну, на электрогитаре, да, там три ноты на струне. Ну, или как-то еще. И все думал, типа, что не так? Почему именно в этих аппликатурах? И почему именно так? А где же свобода? Ну, я хотел какой-то свободы в этом плане музыкальном, а ее не было. Ну и вот, короче, один из самых распространенных трендов в комментариях именно такие. Ну вот еще комментарии. Обращение ля минорного малого септаккорда называется. Не каждый звук, типа, ну, на ступень вверх. Ля, блогеры, вам тетрадь по сольфеджио в руки, что ли, попала? Прописные истины вы даете, как какое-то открытие. Ты, наверное, еще обомлел, когда узнал, что пентатонику тоже можно от разных пяти нот сыграть. И получишь пять разных аппликатур. Еще проходящие ноты можно добавить, которые... Ну, то есть, ребята, они в корне сами ошибаются в том, что это не обращение. И музыкальная школа позволяет понять, да, что это разные звуки, и их переместили. Но если вы вот любому из этих ребят дадите гитару и скажете, ну вот, ля минор, давай, он ничего не сделает вообще. Скорее всего, если он не проходил эту школу, а это очень маловероятно. Вообще не понял, про что эта история, что чувак знает ля минор. Иногда знаю. Потому что надо на сольфеджио ходить, и проблем с обращением аккордов не будет. Это заблуждение. На самом деле будут проблемы именно потому, что на сольфеджио этому не учат. И никто не применяет сольфеджио прямо сразу на гитаре. Нету таких преподавателей практически. Ну, то есть ребята прогрессивные, которые реально этому учат, их практически нет. Это, ну, заблуждение, ребята. Я не знаю, может быть, я в малом количестве разных школ и учебных заведений побывал, и у меня было слишком мало когда-то студентов, но... Чего-то вот у всех ребят, которые, допустим, поступали ко мне, когда я преподавал в Институте культуры в Московском, типа, ребята не могли это сделать, как правило, сходу. То есть им приходилось это, ну, посчитать так же, как и мне. Простое обращение ля минор. А, представь клаву на пианино. Делов-то. Да, действительно, делов-то. Ну, попробуй представь это на грифе. Аккорд АМ, знаешь, С. Ну, все, слабая мне звезда по имени Солнце. Вообще не понял, что говорит этот гитарист. Ну, раз он понимает, что это ля минор, наверное, понял. Типа, да, я такой, ну и что? Я встретил гопника с гитарой у подъезда. Это что, рассказчик, контент-мейкер? Этот человек обучает? Ладно. Ну, как бы, да, наверное, моя риторика там не самая... академичная. Вообще не понимаю, на каком языке он говорит. Да, и вот в этом тоже проблема, что ребята музыкальные, ну, YouTube же не просто так показал 300 тысяч людей этот видос. Все-таки, наверное, что-то они понимают в музыке или смотрят какой-то контент. Ну да, да, это вот причина, почему такие ребята, как Рик Беата, например, да, они не зайдут. К сожалению, не заходят. Вообще не понимаю, на каком языке он говорит. Джо Пасса посмотри лучше. Поверь, бро, смотрел, снимал, чего только с ним не делал. Ну, все понятно, что тут непонятного. Я сразу понял, что у него в руках гитара. Вот он мне понравился в комментарии. От края до края небо во тьме сгорает. Просто кто-то поет в комментариях. Понижатели квинт и построители ступеней преподают, а те, кто про это не слышал, собирают стадионы. Ох, бро, заблуждаешься ты. Все ребята, которые собирают стадионы, прекрасно разбираются во всем этом. У меня, кстати, на втором канале есть периодически видосики, где я разбираю уроки от топовых чуваков, типа там Ричи Блэкмор, какой-то Биби Кинг, там Джимми Пейдж и другие чуваки. Очень много разных всяких подобных видосов будет и уже есть, так что советую смотреть. Они там все объясняют, разбирают, объясняют, какая логика у них в партиях там, и так далее. Все они знают. Это тоже, кстати, распространенный тренд, ни на чем не основанный, что типа гении ничего не знают. Гении знают все. Я когда был в Штатах, я, ну, много с кем общался из музыкантов, и все все прекрасно знают и знают отлично. Я так и учу с нуля. Не глупый ученик, на 15-м занятии у меня это делает. Да, круто, на 15-м занятии. Можно и на втором. У меня дети это делали, как бы, когда я преподавал и на втором, и на третьем. Но это же не означает, что так делают все преподаватели. Хорошо, что этот чел делает, как бы многие не делают. Вернее, делают, но немногие. Так, опять про обращение аккорда. Хорош, я прям, ну, звук дело одно, а знание формы другое. Запись вообще третья запись. Но круто, он выработал твою внимательность, браво. Мне далеко, но люблю музыку. Ну, вроде он пытался быть позитивным. А потом он сказал, а теперь пошел нахер... А что? Не на ступень. Вы говорите о взятии следующего звука аккорда на той же струне. Ну да, это другая ступень. У меня было ля, а следующая до, это другая ступень. Следующая в аккорде.
И, собственно, он пишет обращение в аккордов. Нет, это не обращение, а перемещение. Кто-то пишет, что мозг взорвался, кто-то пишет, говорит об обращениях одного аккорда, а играет разные аккорды. Там, ну, кашка такая у людей в голове, классная. Кашка сложная, недостижимая. Еще есть тренд прикольный в комментариях. Мне одному интересно, откуда там соль, или я что-то не понял. И вот чуваку отвечают. Видимо, он до ми соль вспомнил на ходу, а что это не из ля минора, не вспомнил. Видимо, видос без детального сценария снимает по интуиции. И кто-то отвечает, септаккорд ля до ми соль. Да, ребят, септаккорды такая штука есть классная. И не учат обычно в музыкальной школе, а говорят, что септаккорды это только на пятой ступени. Типа доминант септаккорд. Ну вот это пробелы музыкальных школ, да, они вот такие. И если мы говорим про септаккорды, то, в общем-то, про их перемещение, то вот это вот примерно вот так выглядит проблема, да? То есть вот она прям подсвечивается в комментариях вообще у всех. Что? Я ни слова не понял. Люди до того, как появился канал «Нескучный саунд», «Нескучный саунд», к сожалению, по-другому все это объясняет и не совсем корректно. Тупые советские мазохистические задания, чтобы стать гитаристом, надо играть и все. Ну да, я знаю много гитаристов, которые играют и все, но что-то у них как-то у многих не получается, или стоят прям сильно на месте, или играют очень активно, громко, но некрасиво. Это тоже нормально. Играть на гитаре оказывается скукотища. Да, ребят, это очень скучно. И вот, собственно, вот это пособие, оно об этом. Очень много скучной информации, видео, там, минусовочки и все это как бы об этом. Но зато это работает. Зато потом вы начинаете отвечать себе на вопрос, а что я играю. И это, кажется, то, что ребята вот называют ломать мозг, что бы это значило. Много комментариев с упоминанием товарища Шильникова, но как бы там давно уже все понятно, что чел слит, и есть классных видео несколько на моем канале, которые это показывают, рассказывают, разжевывают. Упражнения для мозгов, обращенные какие-то еще там, наверное, есть смысл так загоняться. Ну да, смысл загоняться есть, если вы хотите понять, что вы играете. Ну, опять же, мне слово непонятно, мне кажется, здесь просто тысячу раз упоминается в этих всех комментариях, типа ничего не понятно, но очень интересно, и, в общем-то, говорят, что гитара классная. Гитара, кстати, действительно классная, это гитара Дмитрия Познаша, которую мы сделали специально для моего конкурса, досталась чуваку, про которого тоже видосы есть на канале. Те парни, которые становятся всемирно популярными, слова такого квинта и аппликатуры не знают, а эти умники так и остаются умниками на кухнях, это как те, у которых есть деньги на покупку. Нет, ребят, это не так, потому что, ну, здесь, кстати, большой тред развернулся. Утешай себя этим. Да вот только многие популярные люди отлично знают теорию, а тем более ее знают люди, продюсирующие этих знаменитостей. Я даже лайк поставлю. Офигенный комментарий. Это из рубрики троечников-бизнесменов. Так всемирно популярные играют говно на трех аккордах. Назови этих безграмотных всемирно популярных парней. Чак Берри, Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, Сид Вишес, Курт Кобейн. Но если на самом деле прям закапываться, то Клэптон дохера что знает. Ну, то есть у меня есть видос, где он объясняет, я разбираю то, что он объясняет, как он играет. Курт Кобейн, там продюсеры прекрасно работали, но, к слову сказать, довольно просто Нирвана вся играется. Там логика обычно очень простая, и там же был отличный состав, помимо Курта Кобейна, который вместе с ним помогал ему осознавать, что он играет в виде Новоселича и Дэйва Гролла. А по поводу Чака Берри, там все понятно и все нормально. Чувак прекрасно, как и Биби Кинг, собственно, урок которого я тоже разбираю на втором своем канале, вообще знает дофига и знал. И при этом, ну, мог объяснить практически все, что он знал. И, в общем-то, так могут практически все блюзмены, просто они играют ограниченным функционалом. И также Сид Вишес. Ну да, Сид Вишес вряд ли что-то знал. Там сложно, но там продакшн. Там продюсеры, продакшн. И Джимми Хендрикс, если вы почитаете книжку Майлса Дэвиса, у него есть описание, где он с Хендриксом джемил. И он как бы находил с ним общий язык и пытался там как-то ноты что-то, ну, в общем, подружиться. И там, ну, происходила движуха. Они даже практически записались, но как бы не дошло. До этого, в общем-то, да. Но по поводу самоучек, вот этот комментарий чувака, тут какая история, что
типа, все эти ребята самоучки и никогда не ходили в музыкальную школу. Ну, возможно, да, окей, но это же не значит, что они этого не знали. То есть я могу математику выучить, особенно сейчас, сидя дома, там, по книжкам или там как-то еще, или что-то другое. Ну, не значит, что мне надо ходить в музыкальную школу, как бы. Могу и не ходить. К сожалению, они все умерли, но те записи интервью, которые остались, говорят о том, что они были просто гениями, а не ботанами. Когда пацан во дворе играл по памяти весь советский рок и импортный, то, что он слышал на кассете, он тоже не знал этих музыкальных терминов. Хватит натягивать сову на глобус. Не знаю, что там за пацан какой-то во дворе играл гениальный, но если был слух, ну окей, отлично. Но просто гениями не работает так, типа. Просто гении, они тоже дохера что знают. Вот этот крутой комментатор пишет классный ответ этому заблуждающемуся человеку. Во-первых, это ошибка выжившего. Ты перечислил людей без образования, которые стали популярными, но не знаешь, сколько еще таких людей, которые хотели стать знаменитыми и талантливыми, думали, что это можно сделать без теории и стали никем. Так и остались играть во дворе свои попытки сыграть рок с кассеты, но этого же ты не учитываешь. Скажи, русский поэт не должен знать русского языка, правила орфографии. Во-вторых, Чак Берри, Джимми Хендрикс и Эрик Клэптон, ровно как и другие люди без такового доступа к информации, как сейчас, знали не только, что такое квинта, ну и то, что человек объясняет на этом видео. Они каждый день общались с музыкантами, цеплялись за все, что касается музыки, за каждое знание и объяснение, не пренебрегая теорией и возможностью узнать что-то новое. И вот в чем разница, Максим. Есть люди, которые живут музыкой и используют абсолютно все, чтобы ее писать от своих эмоций, разных инструментов до теории, а есть люди, которые ищут оправдание для своей лени, невежества, слабо пойти в мединститут, сказать, вот вы ботаны, моя бабуля подорожником все лечит, а вы торчите и учитесь. Ты покажи нам свои гениальные произведения, которые на уровне Клэптона, и все решится само собой. Но я готов поспорить, что у тебя нет произведений не то что уровня перечисленных тобой музыкантов, но и уровня хотя бы современной простой попсы. Но продолжай верить в то, что нужно ничего не делать, пить пиво, и тогда точно станешь гением. Я тебе не мешаю. Ну, в общем-то, очень круто. Очень круто. Я считаю, что там дальше нет смысла даже читать, большой тред, но... Anyway, вот это вот идеальный ответ, как мне кажется, прям все офигенно, и как бы комментаторы там дальше остыли, и, в общем-то, сложно с этим поспорить, потому что это говорит здравый смысл. Ты что, 15 минут ля минор строил, Ряженка, ты что? Ну да, чуваки, вот так, давайте вот проведем тест. Я дам задание построить какой-нибудь аккорд и поиграть его перемещение без проблем. Просто онлайн созвонимся и посмотрим, сколько времени у вас это займет. Душнило фундаментальное. Да, ребята, именно поэтому я канал и переименовал в Душнило, потому что кажется, что это прям мой стайл. Аппликатуру аккордов нужно зубрить, так как при игре полно куда более существенные задачи. Арпеджирование аккордов и опевание главных его ступеней должен уметь каждый уважающий себя музыкант. Боюсь спросить, пишет ему человек, а эти уважаемые музыканты знают об этом? Ну, как бы... Такое. Не то чтобы кто-то что-то должен, а просто есть возможность. И глупо этой возможностью не воспользоваться, как мне кажется. Как, кстати, говорил Саша Ганбаров вот, в видео тоже на моем канале про теорию. Ничего не понятно, но очень интересно. Это распространенная история. Зачем это? Что за душнило? Какого оно в рекомендациях? Чувак, именно потому что душнило, именно поэтому оно в рекомендациях, и именно поэтому так канал называется. Это не упражнение. На концертах подобное это может сильно помочь, а в написании самой музыки на этом все стопится. Учи теорию. А потом ты понял, что в целом оно нахер не надо, потому что любой аккорд можно загуглить. Можно. Но если вы, буду душнилой, не разобьете свой аккордовый словарик, о чем я рассказываю, собственно, частично который есть вот в этой движухе, то вы, скорее всего, ни хрена не запомните. То есть запомните 2-3 аккорда, остальные, ну, если только у вас не очень какая-то крутая память, вы просто не запомните, и оно вам тупо не поможет. Что происходит? Что со стратом? Со стратом все нормально у победителя. Да уж, на пианино все попроще будет. 100%. Потому что все перед глазами, октавы одинаковые аппликатурно. А тут как бы история другая. И, пожалуй, последний комментарий. Это же просто тоника доминанта и субдоминанта. Вот это прям что? Что вообще? Что это? В общем, никак не связанный комментарий. Теория need to be learned. Короче, друзья, вот такая история. Я рад, что этот видос так неплохо качнул гитарный YouTube. В общем-то, дофига народу его посмотрело.
И подписывайтесь на канал, на каналы. Чекайте все мои прекрасные вот эти канальчики, уроки и прочие штуки. Их дофига. Что-то будем играть вот на этой гитарке. Как замечательно строит у меня гитара. Короче, вы смотрите все в телегу, подписывайтесь, приобретайте вот эту замечательную книжечку, она поможет вам ответить на все эти интересные вопросы. И поддерживайте мои видосики, чтобы они также на сотни тысяч просмотров залетали на YouTube. Спасибо.